На 18 часов по всей стране проголосовали почти 1,5 миллиона граждан. Это составляет 45,26% от общего числа избирателей. В Бишкеке избирательные участки уже посетили 223 119 горожан. В Аше чуть более 101 тысячи. В Джалбатской области 303,5 тысяч человек. В Цикульской области около 117,5 тысяч. В Нарынской почти 80 тысяч. В Ужской порядка 318 тысяч. В Талаской области 69 260. В Чуйской и Баткенской областях около 260,5 тысяч и свыше 115 тысяч соответственно. На избирательных участках Южно-Сахалинска и Владивостока России голосование уже завершилось. Всего за рубежом проголосовали 6,5 тысяч соотечественников.